Вот очередной мусорщик, который на свалку, блядь, лень вывалить. Он привез, кидает. Тупо. Вот его телефон. Вот его номера. Уважаемый, ты что, мусорка тебе или что? А? Мусорка что ли или что? Что, он все равно засыпает. В смысле, кто засыпать будет? Кузнецов, да, что будет засыпать? Кто засыпать будет? Кузнецов. Он же сам. Нет, тебе кто разрешил тут валить-то? Что, свалка или что? Давай собирай это обратно. Сейчас полицию вызову. Я тебе серьезно говорю, я полицию вызову. Как ты, что ты приехал, тут мусор валишь, блядь? Продают талоны на мусорку, понимаешь? Ты за это бабки взял, блядь. Ну за этот мусор, наверное, откуда ты этот мусор взял? Ну где ты его взял? Ну так а зачем ты валишь? Ты иди утилизируй нормально. Ну иди утилизируй нормально. Я тебе говорю, собирай. Собирай обратно, вези на мусор. В смысле ты не будешь собирать? Я тебе говорю, я сейчас полицию вызову. Хватит тут накидал, блядь, орел, молодец, блядь. Я вожу мусор, я плачу, талоны покупаю, понимаешь? В смысле, что дальше? Дальше собирай обратно, вези на мусорку, что дальше? Хуя ты тут навалил, ну серьезно, блядь. Ты у себя около дома вали, около гаража, блядь, вали. Я говорю, собирай это обратно. Я сейчас вызову полицию, друг. Я